пользователи Magic Class, привет, сегодня покажу фокус, который был залит до удаления всех видео, примерно полгода уже было. Решил перезалить, потому что он мне тогда понравился. Зритель выбирает карту и запоминает ее. Вот. Так. И кладется она в середину колоды. Все. Ну, думаю, тасовать не надо, потому что... Видно было то, что я клал в середину. Нет току делать. Так, и делайте такое движение. Вот. Теперь что? Берется резинка. И раз, два, три. Перевернулась ваша карта. Обучение ниже.